65% опрошенных жителей Мурманской области проголосовали за оплату фактического потребления тепла в течение отопительного сезона. Это значит, что в летние месяцы платить за холодные батареи больше не придется. Однако сделать это уже в текущем году не получится. С учетом федерального законодательства такой способ оплаты может быть только введен не в следующем отопительном периоде, а через отопительный период. Это первое, и к этому нужно сейчас внимательно подготовиться. Второе, принципиально важно, чтобы не пострадали все те люди, которые получают социальную поддержку. Потому что видно, что счета в момент холодов будут выше, чем вот если это усреднение происходит. Глава региона поручил профильным министерствам не допустить повышения стоимости отопления в зимние месяцы для людей, получающих соцподдержку. Механизм работы с такими случаями уже определен. Татьяна Куфенко, Татьяна Лежняк, ТВ-21+.